Всем привет, мои друзья, вы на канале Ушастик, и желаю вам хорошего просмотра. Ну, а сами вы видите, что за игру мы проходим. Понеслась. Так, нажмите. Нажимаю. Новая игра. Так, давайте быстренько мы настроечки быстренько очень с вами быстро пройдемся. Так, ага. Что тут у нас? Ладно, пускай дочь будет, не мешает. Это что у нас? А, все понятно. Не то, что нам нужно. А, подождите. По умолчанию. Ладно, пускай тут все по умолчанию стоит. Тут быстренько сред. Все понятно, ладно, пускай по умолчанию стоит. Включено. Включить фото режим помощь. Нет, нам это не нужен. Звук нормально, музыку уберем. Нам не нужны эти авторские права. Ну и понеслась. Низкая, стандартная. Высокая, максимальная. Я думаю, что... я думаю, мы возьмем низкое. Почему? Я везде прохожу все низкое, да? Я нигде не ставлю высокое или стандартное. Почему много будут жопу надирать, и это займется очень много запись. Почему? Начинаем. Низкое. Да. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Какого хрена немецкая? Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. А, я не понимаю, почему на немецком говорят, на русском пишут. Мне это очень не нравится. Я очень... Бля, ну сейчас мы посмотрим. Обратно настройки. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sally. Wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee. Nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Wir haben die uns hier draußen gefunden. Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben Sie diesen Kerl
getan? Ни хрена, я не знаю, что они сделали. Нам это не важно. Так, мне что не понравилось, что оно на немецком? Какого хрена? Алло, игра. Низкая. Где это? Громкость. Блин, ну придется что, выходить что ли? Не, не надо. Ладно, давайте мы так сделаем. Сейчас мы поиграем на немецком. Хане это. А в другую часть я уже попробую сделать ее на русском. Если можно будет, да? Я не знаю. Блин, ну это мне не нравится. Награда. Лангегешихт. Die Jungs können sie nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen! Beeil dich, Sally. Ну какой беаль дичь, подожди, тут нахрен, блин. Стрелять неудобно. Окей. Sie kommen an Bord! О, nein, ihr Miesen! Он дерется, он хорошо. Блять, какой промах. Мать твою. Ебать, какой я промахнул. А что такое косой? Wieso passiert sowas eigentlich immer mir? Der hat einen Raketenwerfer. Okay, das ist nicht gut. Что делать? Васистас? Да какой, я не знаю, что и Васистас. Спокойся своим, Васистас. Так, давайте мы так сделаем. Игра. Субтитр включено. Нет. А где есть такая штука? Изменить фидбэчные руки, груз, вон. Нет. Нет. Нет такого или что? Это звук, понятно. Может быть есть, но надо там походу. Я так не понял, что мне делать. Этот ублюдок меня стреляет. Я так никогда на его не попаду. А, вот и друг пришел. На помощь.
Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Хрена на немецком, я это вообще понять не могу. Als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat die Spanier total überrumpelt. Kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Это очень тяжело, когда ты живешь в Германии. Блин, и выходит когда-то игры на немецком. Das ist keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Мы с вами сейчас закончим. Я думаю, сделаем маленькие паузы. Dann kommt jetzt der gute Teil, nur für dich. Я попробую поставить на русском. Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht er sonst noch was? Auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Стрельба какая-то тут фигня нафиг. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera. Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut, denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das. Kidali. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. Взяли, кинули ее. Ну правильно, зачем она мне нужна? Мешать только будет. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Давайте мы сделаем вот так с вами быстренько. И сделаем маленькую. Маленькую паузу. Так, посмотрел я. Нет, короче, там русского языка. Есть только немецкий и субтитр. И все вот это, что на русском. Языка нет. Что разговаривали на русском нет. Не знаю почему. Какая проблема? Это у немцев? Мне это уже бесит, правда. У них всегда какая-то, блядь, проблема в Германии. Я помню, я ее на русском проходил.
Куда это делался русский язык, не знаю. Что за бред? Ладно, пройдем ее на немецком. Если... Извините. Придется вам читать. Если на немецком вы не понимаете. Или у другого посмотрите, кто играет на русском. Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sally. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Mann, da findet man leicht eine Nonne im Bordell. Так, а как поменять? А, вот так, все. Отлично. На, das sieht doch gut aus. Так и лучше. Так. Wer hat das wohl gebaut? Die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Держись, не думай упасть. Was gefunden? Bis jetzt nicht. Ничего не нашел. Pass auf da oben. Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Я не знаю, куда нам. Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Я так не понял, что мне это дало. Ну что-то это дало. А, вот что. А, hier brauchen wir wohl die Taschenlampen. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Kein Witz, oder? Я думал, не надо нам туда прыгать. Я думал, не выдержит. Если мы выберем. Туда прыгнем. Надо что-то другое подумать.
Sieht gut aus. А, вот. Я думал, просто надо держать. А, не, надо чуть-чуть под... Нажимать. Давай ты. Блин, графика офигенная. Ничего не скажешь с графикой. Сейчас попробую. Только я что-то ничего не нахожу. А, вот, нашел. Окей, лас лос. Das müsste halten. Mach schnell, Sally! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? И как? А. Okay. Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen. Das Holz ist trocken. Wir könnten es verbrennen. Я понял, чем мы можем это выбрасывать, как только. Я вот это не понимаю. А. Cool. Я понял. Und jetzt. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Ебать, ты дурак. Куда ты так быстро прыгаешь? Обезьяна ты. Окей. Опасно сейчас будет. Пойди, дуля, отойди оттуда. Спрыгай давай там. А, окей, еще одно. Нет, тут пофиг. Ладно. Ich weiß nicht was. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch.
Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. И... Окей, та первая. Потом это идет вторая, третья и четвертая. Ну, я не знаю, где я могу крутить. По-любому же тут надо что-то крутить. По-любому. Так, это первая. Так, это у нас... Это у нас... Четвертое, нет. Вот она. Подожди. Это я уже нажал. Раз. Два. Три. Не еби мозг мне. Четыре. Охренеть. Что, туда прыгать, что ли, или как? Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Ты умер туда? А, ман, это же бред. Как ты так умер? Идиот. Что-то я не понимаю, что делать. Подожди, подожди, подожди. Там, я думал, можно было вниз спуститься. Залезь, баран. Что ты делаешь? Ебать, ну куда ты запоспрыгнул? Да помолчи. Мне вон туда надо. И как туда спуститься? Я это понять не могу просто. Вот они же лестницы. Иди нахрен, старик. Да.
А почему они там не работали? Бред. Полный. Я не могу понять, почему они у меня там не работали. Das bringt was. Ach, sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres. Jetzt bin ich nass. Ничего, высохнешь. А ты столько прыгаешь, быстрее высохнешь. Стоп. Нет, окей. Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die auf? Окей, подожди. Отходим. Nicht schlecht. Ага. Nicht schlecht. Ich nehme den hier. Давай. Подожди. Ah, sieht sicher aus. Куда они залезли, ебенам? Пиздец, почему он не прыгает? Я же нажимаю крестик, это дурацкий. Почему ты не прыгаешь? Что с тобой? Не так. Залезь обратно, что ты делаешь? Ich hab's geschafft. Nichts passiert. Подожди. Окей. Jetzt sieht es aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Так, пришли мы. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. El Dorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Ладно, пошли. Только не убейся. Самое главное, не убейся. А, hier hören Sie auf. Слава Богу. Мы там гибенам вышли. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Und jetzt? Ну, сейчас посмотрим. Что дальше? Ничего.
Что нам это дало? О. Сибирная черепаха. Черепаха. Ладно. Черепашку нашли. Halt, Sally, hörst du das? Sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Ух ты. Там что-то есть наверху. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Туда залезьте. Ну что, посмотрим. Как можно залезть. Только не убейте, пожалуйста. Ну и ты что, блядь, гонишь? Ну возьмись. Понятно. Понятно. Не так все легко. Как я думал. Может там как что-то? Да не-не-не, подожди. Подожди. Посмотрим. Ну по-любому сюда прыгать. Так. Да, мы запрыгнули. Может, плавать надо. Он не лезет под воду. Хреново. Посмотрим. Я если что, я тут все забыл, да? Я это очень давно играл. Scheint, als müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Чё, я тут и ни хрена ничего не помню. Что тут делать? Можно сказать, я играю как первый раз. Почему ты туда не залез? Ты ж мог туда. А, вон как. И раз, и два, и три. Молодец. Что-то ты не хочешь. Молодец. Что ты делаешь, а? Ну что ты делаешь, хулиган ты? Подожди.
Здесь туда. Нет, туда не надо вести. Раз, и два, и три, и четыре, и пять. Да, не так легко вышло это все. Я думал, ты как-то можешь быстро залезть, и легко будет. А нет, ты смотри как. Не то было. Не то просто было. Эй, пас да оба auf, да geht's tief runter. Так, и чё? Сейчас нам надо как-то слезть, или? Вот. Ебать, держись, пацанчик. Kannst du dich wohl direkt ins U-Boot fallen lassen? Все? Залезли! Nate, willst du gegen Tetanus gehen? Sehr witzig! Не так тяжело было, подурок, не упади, пожалуйста. Так, а что дальше? Okay, bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut und Suppe. Was? Что-то я нигде не вижу, что тут кровь была. Ладно. Чё ты обосрался там, что ли? Давай. Подтягивай. Ну как. Золото. На, wo kommt die denn her, mein leicht verwester Freund? Одну взял копейку. Ты побольше бери копейки. Ich glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Одна копейка даст. Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Побольше бери копейки.
gemütlich. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK-2642. 2-4-2, да? Бинго! А, 2-6-4-2. Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan! Да, ну графика. Но нормально графика пойдет. Нормально. Das ist wohl nicht gut. Бежим, мать твою. Freunde, Sully? Gabriel Roper. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Gray. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet er immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, 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 kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Ach du Dreckskerl! А, там ракета же была. Точно. Ёбываем, бля, ну куда ты поплыла? Ну куда ты, ну чё ты делаешь, ну ты чё? Ну ты дурак.
Спрыгни лучше, пожалуйста, спрыгни. Нихера на ты дерешься. Здравствуй, метну хорошего. Das ist fürs Abhauen am Dock. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Это она ему зарядила, что он ее кинул. Салли ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Куда нам? Дрейк! Куда нам? Lass sie nicht durch! Это ж какой я, блядь, пиздец, косой ебаный вперед. Попади, пожалуйста, боже мой. Косой пиздец ты какой. Подожди, детка, отойди. Там ублюдок есть. Immer schießt jemand auf dich. Die schießen auf uns beide, oder? Не орите, что вы орете. Отлично. Вот это сейчас нормально. Калаш. Калаш всегда хорошо. Калаш это наша. Тихо. Идем. Готов. Отлично. Блять. Как я не увидел, что там прыгать надо. Zusammenbleiben. Возьми калаш, что ты с этой пушкой гоняешь? У нас калаш есть. Зачем тебе эта пушка? Was zum Teufel ist das hier überhaupt? Lange Geschichte. Später. Вот и нашли мы тоже нашу перезарядку. Детка, куда ты бежишь? Окей. Куда ты? Окей. Окей. Козел. Спасибо. Langweilig wird's nie, was? Bleiben Sie in Deckung. Die Typen meinen es ernst. Да, он прав, они не шутят. Так, как мне надо?
Давай, окей. Нашли. Думаю, что сейчас все назад идем обратно. Ебать ты дурак. Ладно, окей, нормально. Ох, сам своего убил. Каваша нет, ладно. Bleiben Sie bei mir. Где-то. Сучка эта баба. Эти бабы всегда как стану, как не знаю что, блядь. Это, блин, я хорошо попадал. Ну такие они косые. Попадать они хорошо умеют. Вот тачка. Sind sie überall so beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Tut mir leid. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK-2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch, Mist! Wenn sie den Schatz gefunden haben, brachten sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und sie kriegen, was auch immer sie eben suchen. Ja. Na los! Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden sie mir was. Ja, schätze, das tue ich. Нормально. Wir folgen der Spur des Schatzes von Eldorado und sie führt hierher auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die ersten sind. Erwarten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Bei sowas schaltet keiner mehr weg. Was zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt's hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen. Прыгайте, давайте. Wir sehen uns unten. Ich komm gleich.
nichts aus? Zähl bis fünf und zieh die Leine. Kann doch nicht so schwer sein. Oh, verdammt! Eins, zwei, drei! Oh, Mann. Карта там, да, осталась. Фremde wollen mich töten. Die Karte liegt im brennenden Flugzeug. Elena ist weg, vielleicht auch tot. Fängt ja gut an, Nate. Куда ты запрыгнул? Так, везде закрыто. Давайте помощь чуть-чуть. Куда мне? Туда по-любому нет. Туда тоже нет. Тут у нас... Я же подходил сюда. Da sind sie ja. Куда они тут нашлись? Да уеби ему! Ебать!
Да я знаю, что туда, там, блядь, война очень жесткая. Я не понимаю, чему они так отлетают, как эти, блядь. Вон. Заверим. Хорошо взяла. Да. Нормально. Кто хуя тут? Прицелился. Тебя завалит, мать твою. Ну пиздец вам, ублюдки. Сколько у них там гранат? Ну все, хватит. Вытащи еще раз. Блюдок, сколько их тут, а? Посмотри, сколько их. Das kann nützlich sein. Не, это хуйня. Калаш самый лучший. Калаш это всегда самый лучший. Это что такое? Ой.
Отлично. Какая у тебя проблема? Ты можешь мне сказать? Запрыгнуть туда. Смотри, оп. И ты легко прыгаешь туда. Не тупи, пожалуйста. А, нормально, окей. Открываем. Бонзат, хуев. Нормально, работаем хорошо. Возьми гранатку, братан. Потяни туда гранатку. А, она, сука. Умный. Давай, вытаскивай свой махот. О, красавчик. Дурак. Да убей его! Как красиво! Да присядь куда-то! Тихо. Где ты, мазафака? О, блюдок. Так. Быстренько. Быстренько, быстренько патрончики мы соберем. И пойдем дальше получать пизды. Шутка. Шутка, шутка. Так, куда мне? Игра, давай, пожалуйста, показывай, куда мне. Чё тут долго я не бегал и не тупил. Окей, там я был уже. Так, что это у нас? Кольцо, еще одно кольцо. Это у нас серебряное кольцо. Окей. А золотое кольцо у нас было? Что-то я больше не помню. Было у нас кольцо золотое, да, или нет? Так, так. Опа. Привет. Ух ты, нормально. И хоп. 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 Отлично. Отлично, что-то мы долго идем на... За это... Тьфу. Что ты делаешь, дурак? За свой самолет. Куда он там упал? Вертолет. Бля, я просто думал, что я их сразу двоих отшлепаю. Но нет. Ах.
Что-то подлетают вообще, пожалуйста. Офигенно. Тихо! 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 Подожди, братан! Не надо! Вот ты сучонок, а! Ну какой ты сучонок! Вот сучка, а! Ладно, поработаем по-другому. Хорошо. Хорошо. Не, ну он мог меня подождать, да, и мы могли там. Блин, ну. Я не знаю почему, я люблю калаш. Калаш мне самый лучший. Так, куда? Бинет? Нифига себе. Ну-ка, давай так. Хоть. Ладно. Интересно. Интересно, девки пляшут. Так. Ладно. Может, туда надо как-то попасть? Или это просто такая штука? Больше ничего. Я думаю, это просто так. Нахрен она не нужна. Так, ну сюда не надо прыгать. Если мы прыгнем, мы убьемся. Будем так сделать. Раз. И два. И три. Ебать, ты дурак. Лети вниз. Я не знаю, я нажимаю, он не прыгает. Он просто не прыгает. Он когда-то прыгает, когда-то не хочет прыгать. У него вот такое. Он когда прыгает, а когда-то он говорит, нет, я не хочу прыгать. Оставь меня. Прыгай. Молодец. Прыгай. Молодец. Прыгай. Ебанат, ты прыгай, пожалуйста, блин. Вот тут ты точно не молодец. Почему он не прыгает? Я не могу понять, что такое, блядь. Я уже на этот крестик нажимаю очень сильно. Только чего он прыгал? Но он нет, он это не делает. Он когда прыгает, когда не прыгает. Прыгай. Прыгай. И тут. Прыгай. Молодец. Молодец. Стой так. Стой, калаш. О, wie fühlt sich das an? Гаси. Да гаси, косой ты ж. Вода. Отлично. Пока у нас отлично все идет. Так, туда, туда, туда. Туда не пойдет. Окей. А если не туда, там тоже не пойдет. Сюда. Все мне пишут, девушки. Да хватит мне все писать, нахуй. Оставьте мне пока, ну спокойно. Блядь. Че, подождите. Мы быстренько вырвем вот этот тон, что он нам не мешал. Все. Потом напишу. Так.
Поехали. Оп. Быстро, быстро, давай, 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 быстро, что ты там? Уснул, что ли? Ты же не хочешь умереть? Прыгай, прыгай. Отлично. Молодец. Прыгай. Ебать, куда мне? Туда или туда? Или вообще туда? Я думал туда. Ебать, ну что такое, а? Держись, дурак! Да. Чуть-чуть он у меня тупой. Ничего не поделаешь. Держись, бля, пожалуйста. Машина подъехала. Стерва. Куда ты взялась? Подожди. Ой, как красиво. Я думал, она меня убила. Реально, я думал, она меня пришибила. Та машина. Но нет. Не тупи, пожалуйста, не тупи. Прыгай. 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 Козёл, а? Сдохни, тваря. Ух ты, какая сальто красивая. Мне эта сальто понравилась. Вон, сальто хорошая была. Так. Ну, типа не понять, чё ты? Чё? Окей. Ну вообще это бред, да, ящик должен был разбиться. Чё он, блин? Ну ладно. И прыг. Так, отлично. Да. Ома. Да, много тут этих чертов. Мы сделаем. Да помолчи телефон, пожалуйста. Я уже все тихо сделал. Он тикает. А, мы. Делаем так. Ебать, спалили. Ладно, не суть. Где он тот, сука? Стоит и не стреляет. Блядь, не туда, гранату вообще кинул. Что я делаю? Подождите пару минут, пожалуйста. Это сегодня не успокоится, почему мне очень много пишут и пишут и пишут и пишут. Сейчас мы это все сделаем. Я не хочу потом, что... На моем канале вот это тинг, 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 тинг было. Нафиг оно не нужно. Все. Думаю, нормально. Так. Ну-ка иди сюда. Oh, man. Ебать, ебаный.
Нормально. Мист! Садимся. Вот, ну дела. Я же тебя убил. О, вот дела. Что такое? Так, ладно. Походу все, капец. Мист! Ебать, отходим, отходим, быстро! Быстро! Ой, вот это красиво было. Это был чисто смейкдаун. Wrestling. Это было как этот, Джин Сина. Cool. Gefällt mir schon besser. Нет, нахуя не besser. Калаш это besser. Так, я думаю, все, да? Че, лезем наверх? Забираем нашу карту. Вон карта, шар я открою. Нам придется туда, короче, еще идти. Ну понятно. Я так подумал. Понятно, все. Ладно, пойдем. Че, девушку надо спасти. Блять, какой хулиган, а? Блюдок ты. Патроны мне потратили, ублюдки, а? Да слезь оттуда! Так, а вошел нам поработать. Пиздец, боец. Как он не умирает? Что такое? Что он делает? Все патроны потратится. Красиво. Может, все, хватит? Может, все патроны подсели. Пошли туда, пошли. Короче, пизда.
Ich hab dich! Auf ihn! Oh, ein Spielzeug. Какая это хуйня? Убери ее нахрен, никогда ее в руки больше не бери. Возьми лучше, блин, я не знаю, в пушку. Но эту хрень больше не бери никогда в руки. Ich muss vorsichtig sein. Halt durch. Elena. Не убейся так, пожалуйста. Алман. Спасибо. Может быть, их можно так тут тихо всех? Тузу красиво. Подожди, братан. Завалит скоро. Так как такое, а? Я ему уже в голову стреляю. Меня все равно валит. Блюдок. Я мужу в голову стреляю, он меня все равно валит как-то. Я еще не могу понять как. Пиздец, какой бред. Ладно. Whoa.
Жесть. Вот это да. Вот это я не знал, что такое есть косяк тут. Буду знать. Мы прибежали. Das darf doch nicht wahr sein. Да подожди, да позалезь, нормально чуть-чуть. Вот так нормально пойдет. И туда, и туда. И туда же. Augen hoch, nicht runtersehen. И. В смысле? Ну, я не думаю, что вниз. А, ну как. Пиздец, долго думал. Очень долго думал. Gott sei Dank. Oh, das darf nicht wahr sein. Типа туда вниз. Да, hier war ich doch schon mal. Да спустись, ну что ты делаешь? Durchs Fenster springen. Ja, gut, das hält mich aus. Na, вот как надо. Окей. Ладно, будем так. Так.
Блин, я думал, я ему тихо подойду и убью его. У меня тут одни другие уроды свалили. Полели. Что ты там, мудак, не стреляешь? Подожди. У меня патронов. У меня патронов. О, какой спецак. Куда, блядь? Прокат, сука, наверху ломит. Пушку возьмем. Пушка лучше. Это стяг ебаный. Погибает для реведа. Ну-ка давайте по гранатками подкинем. Где еще? По другому подкинем. Отлично. Уходим. Окей. Да пиздец, ну что, такой живучий, что ли? Хочешь мне сказать? Успокойтесь, блядь. Хрен себе, блядь, в лопу ему выстрелил, блядь. Он живучий какой-то. Че он, блин? Терминатор, что ли? Так, ладно. Нифига непонятно. Может, ворота надо разбомбить? Ладно. Пускай так будет. Я понять не могу, куда мне. Ясно.
А я опять сюда и пришел, да? Это иди нахуй. Подумай, куда мне сейчас? Ну туда по-любому нет. Сюда? Нет, тоже нет. Самолет вон наверху. Вон туда, окей. Там вон туда. Keine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein. Elena, was zum Teufel macht sie da? Du bist ja schon an dem Weg. Luca Pinto! Sia Paini, in terra di Caran. Sia Lando! C'è Patan Buca Pinto! Ah, Caini, c'è di me pizzo, boi. No, c'è di me придут, брат. Caini. Ага. Дорог, где ты такой, блядь, язык выучил? Котопик ты, блядь. Да блять, открой быстрее. Бред какой-то. А давай тебе капа пика. Блядь, мне пиздец, короче. Что-то мне повезло. Рэмбо, мать твою. Всеми своих взрывают. Блюдки. Стань сюда, пожалуйста. Что это такое? Пиздец. А, нормально пойдет. Я думаю, я не достану. А не, нормально. Все хорошо. Не достали. Отлично.
Уведи, ублюдок. Окей. Ну и хуй на тебя. Так. Hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Verdammter Mist, wo kommen die alle her? Will man nicht. Na toll. Bewegung! Да, ну не что такое ты делаешь, а? Ну ты сейчас же умрешь, ты дурак, а? Да ну откуда, че, они везде что ли, блядь? Че за бред? Ты дебилон, какой ты дебилон просто, я знал всегда это. Че ты дебилон у меня? Граната этой. Ублюдки. Нет, 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 ну что ты сделал? Где этот ублюдок? Там у нас хренов. Да ебать я тебе, блять. Так, куда нам сейчас? Интересно, куда нам? Куда нам? Все понятно. Отлично. Как она?
Что, больше воды будет или что? Да, больше воды будет. Окей. Ну ладно. Сейчас туда надо как-то. Надо подумать, только зачем я спрыгнул. Кто не просил спрыгивать? Вот это я не понимаю. Кто у меня просил спрыгивать? А, вот. Елена, wo bist du? Где ты ее нашел? Moment mal. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow, verdammter Mist! Ich hab ihn! Oh Mann! Das hilft dir auch nicht! Гранату возьми. А калаш не думай скидывать. Ты не видишь, а? Ich werde richtig gut darin. Okay. А где твой? А вот тут. Gleiches Symbol. Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Не знаю. Тут закрыто. Пока мисс. Тут. Тут закрыто. Тут мы запрыгнем. И. Т.
Тут мы тоже не запрыгнем. Что делать? По-любому надо где-то что-то прыгать. Может гранату кинуть? Спасибо, что ты мне показала. Блять. Как туда попасть? Веревочка. Куда эта веревка ебашь? Нет. Да нет. Да нет. Нихуя, это надо как-то это запрыгивать. Как? Я понять не могу. Тут никак. Все понятно. Да залилась. Не беси меня. Залилась, мать твою. Прыгай, блядь. Нормально как мужик. Да. Ну что ты делаешь, долбоеба, а? Запрыгивай, бля. Что ты тупой, бля, тут? Ну ладно, можешь сюда запрыгнуть. Ну без разницы, самое главное, что ты прыгал. А, окей. Прыгай, блядь. Так. Ой. И чё мне там это даст? Я думал, просто поэтому шарахнуть, и оно упадёт. Но нет. Это было... Ой, ты дебоёб. Не, ну тут он не запрыгнет. Точнее. Оттуда он не запрыгнет. Оттуда он не запрыгнет. А, вон как все. Я так и думал.
Ну, намутил ты. И нахрен сюда залез. Ich bin so frei. Danke. А за ключом и пока весь не допрыгается, не пизданется, не успокоится. Я уже сказал. Ай, блядь. Ich bin so frei. Danke. И куда сейчас? Обратно туда? Походу да. Обратно туда, и там у нас сейчас уже ключ есть, и мы можем тут уже открыть эту вещь. Да. Окей. Nein? Okay. Wo zur Hölle ist sie? Я думаю, давайте, ребятки, тут пока мы закончим. Вот. А пока мы подписывайтесь, ставьте лайки. И мы с вами уже скоро увидимся. Всем пока-пока.